Одесский «Черноморец» возобновил подготовку к весенней части первой футбольной лиги сезона 2021. Команда вышла из отпуска и приступила к тренировочному процессу. Занятия проходят как в спортзале, так и на поле с мячом. Правда, без потерь во время перерыва не обошлось. Клуб покинули игроки ротации Олег Кожушка, Андрей Слинкин и Владислав Хамилюк. Лидеры команды по итогам первой половины сезона – Артур Авагимян, Владислав Клименко, Виктор Лиховитько, Владислав Бугай, Артем Ковбаса пока в строю и готовы помочь морякам вернуться в премьер-лигу. Надеюсь и хочу, чтобы вы в дальнейшем только прогрессировали, развивались в лучшую сторону. У нас с вами задача на вторую часть нашего сезона не снимается. Задача выйти по результату сезона 2021 в украинскую премьер-лигу. Для этого с сегодняшнего дня мы начнем тренироваться, да, пройдем там определенные процедуры и в ближайшее время начнем подготовку к второй части сезона. Сейчас мы проведем с вами тренировочный подготовительный этап. Есть два варианта развития: выезд на сборы за границу и сборы здесь.